всем привет, с вами Dark Cell. Сегодня будем играть очень, ну не очень старую, но почти старую игрушку. Вы же играли Half-Life 2, да? Это то же самое, но теперь Half-Life, наркоманская игрушка. Для тех, кто любит курить травку. Ну что ж, да, согласен с вами, что Dark Cell, чё ты, блин, играешь какую-то фуфло старую, но что-нибудь другое, блин. Ну, я бы другой с удовольствием снял, но не знаю именно что. Вот я решил поиспытать, то есть опробовать пройти ту игру, которая могут дать ощущение наркоты. Ну что ж, начнем. Ну что, Жора, добегался? Да, передозировка — это плохо. Согласен. По себе знаю. А барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дерябнуть иногда. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то, капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Вообще, я давно искал такого наркомана, как ты, чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Один хмырь в Бобруйске сильно мешает моему наркобизнесу. Я хочу, чтоб ты сгонял туда и разобрался. Ну что, нарколыга, проснулся? Смотри, не наплюй на меня. Охай. Держись от меня подальше. Иди ты, гопник, чёрным. Я не люблю, честно, спортивки носить в реальной жизни. Ну все, приперлись. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск 17. Бобруйск 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко исполняются от своих нужд в нашей колонии. Но я не алкоголик, наркоман, а вот психически, да, я не здоров. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. А чё у тебя глаза разные? Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. Чмо ты? За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Ой, блин, я сломал. Сори. Ну пойдем, позвоним кому-нибудь. А ну пошел отсюда. Начальник, ну хоть одну. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск 17. Бобруйск 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Здесь даже сигареты. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей стране запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Мимо. Чё вечно мимо да мимо, а? Слышь, охранник! О, давай, давай, дай. Дай, я тут. Ну, дай. Дай, я тут. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск 17.
Бобру 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы, психически неустойчивые личности, а я легко... Кулику... Это все? Ну ладно. Ой. Не желаете? Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобру 17. Бобруль 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в всей колонии. Меня зовут доктор Брунько. Самое страшное – это если закодируют. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, вообще в теме, наркотиков, а также проституция. Расписание паровозик. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Доза. Мне нужна доза. Я не проживу и часа. Доза нужна. Ну дай. Доза. Эти уроды отобрали всю мою выпивку. Да без проблем. Сейчас. Вот это, да? Вот, держи. За меня. Ой, блин. Просто я с ночной смены. Так. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруль 17. Да Бобруль 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Даже не пробую. Меня зовут доктор Брунько. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. Ну как, погоди, куда поставили наши доблестные дружинники? Как контрабанда. Все, я с тобой это возьму. Контрабанду. Проходи. Иди туда, стоять. Проблемы нужны. У меня здесь буйный наркоман. Ты, пошли со мной. Не, пойду. Пусть... Пустите меня! Добро пожаловать в колонию Бобруль 17. Бобруль 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Не мой это порошок, блять. Сам, сука, подбросил его в карман мне. Его до сих пор не схватили. Залагал, ладно, бывает. Докладывай, тут нихуя нету, совсем нихуя нету. Чего нихуя? Сюда! Окей. Проблемы нужны. Дай трояк до получки, а? Иди нахуй отсюда! Да. Назад! Так. Надо отключить от камеры. Да, чтобы мое дыхание не было видно. Итак. Что, обосрался? Не. Это ж я, Боря Ковтун, твой кореш. Хаешь. А я смотрю, ты почти повелся на маскарад. Да, я ну тайно тебе. Работаю на мордоворотах Брунькова, а заодно тайно достаю информацию для нашего гнусного преступного синдиката. Да, Боря, что ты там хотел? Я сейчас очень сильно занят. Хватит трахать своего питомца, лучше посмотри, кто тут. Ебать мою лысину. Жора да, Фридман. Что? А я тут вон ласты склеил. Ты его недооценил. Какие ласты? У меня нету ласты, даже кнопок нету. И как огурчик? Ну и что прикажешь делать с ним теперь? Я парящий. Надо бы его к тебе переправить. Как же он найдет мою гнору? Это ведь очень нелегко. Тем более у него и карты нету. А хули? Ему же не 5 лет. Авось не заблудится. Ладно, конец связи, а то у меня трафик идет. Согласен, все. Жора, с возвращением тебя. Ага. Ну что, Жора, тебе нужно добраться в убежище Изи. Твою ладно, мать. Я карту взял. Как не вовремя ревизия-то, а? Жора, давай сюда. Окей. Вспомни, как ты раньше лазил по форточкам. Я что-то не помню. Давай, еще увидимся. Я подняться? Это шутка? Ладно, возьму все. Да, не люблю книги, лучше интернет, дайте возьмем. Фигня. Вот
бутылку с бухлом разбил, да чтоб тебе за ногу. Стеклотары не через рот дуют, а через жопу. Через жопу дуют эти стекла, блин. Вот эти стекла некачественные становятся, бутылки, блин, стеклянные. Ах, да ну ваш жопу. Подними мусор. А вот так вот. Ты брось это, не осветилось. Прежде всего, алкоголь не только поражает наш печень и воняет перегаром изо рта. Он также превращает нас из людей в пьяных свиней. Догонялки. Не знаю меры, вы напиваетесь до усрачки, после чего валяетесь в сточной канаве по уши в грязи. А любой проходящий мимо может пнуть или обворовать вас в таком состоянии. Ну как же, хорошо, нет? Конечно нет. Так к чему я все это говорю? А к тому, что пить надо меньше. Вот я, например, без Тебе что, тоже медикаменты? Да получи. Имей терпение. Подумайте над тем, что я вам только что сказал. Держи позицию 10-4. Еще. Отель ЖКХ. Отель Питер. Блин. Че такое, блин, не продумают наши русские, а? Что же теперь делать? Клади яйца на полку. Теперь тёлок нормальных днём с огнём не сыщешь. А то. Интересно, а много проституток посадят? Да ладно, там проститутки есть. Пиздец. Интересно. Только месяц назад облаву устраивали. Пиздец. Только месяц назад облаву устраивали.
Че, не идет за мной? Сейчас не он не будешь волнуть. Спарта. Вот я, например. Не притрагиваюсь. Только по праздникам. Так что, дорогие мои пациенты, пытайтесь... Туда не попасть, Орелик. Возьмем. Я не... Лифт. Лифтом нельзя пользоваться. Ну, ваш стоять! Спецназ вызывали! Невозможно вызвать подкрепление, у них обед. Выкручивайтесь сами. Простите. А ты опоздал? Да? Пир, кончилось? Ну на. Вот где. Ща въебу. Хочешь лапшу? Лапшу хочешь? Блять. Ладно. Сок. Полезные. Подтверждаешь. Подтверждаешь. Так. Ты охуел? А то. О-о-о. Ты что, папа, веселись всегда? Что, жить надоело? Не сп... да. Зря ты сюда припёрся. Его загребу. Ну все, торпа. Может, успеем съебаться? Ой, блин. Поздно пить боржоми. Пиздец! Забей! А ведь так все хорошо начиналось! Чё-нибудь придумаем! Ой. Что мне теперь делать? Часы! Уроды! Тебе главное не что! Нет! Извините. Давайте телек поставлю. Блин. Блять! Сэ, ну так, ну так. Ща въебу! Ну так будет интересней, все. Том и Джерри там, посмотрите. Дом 2, Наруто. Хотя Рэгдейс, посмотрите, оно будет поприкольнее. Дай пойду. Атакую. Внимание, тревога. Что? Пациент Фридман Георгий подозревается в незаконном провозе алкоголя, наркотиков, а также общению с проститутками. Шухер! Объявление. Мартворот! В нашей столовой на обед подают эскалопу в горохом. Три буквы. Внимание! Давай сюда! Завтра в нашем доме культуры будет проходить выступление хора. Кола! Возьми! Ай! Больно! Извините, что ваш пол без носа взял. Ой, блин. Это жопа, это жопа, это жопа. Ай-яй. Да. Пошли в жопу. Все. Сейчас баррикаду возьмем.
где он там баррикаду себе? Баррикаду. Все. Мордовороты не. Нет. Да я кинул остальные ящики. А, вот он. Ой, Фридман, внимание. Да, Мила, у тебя зубы пошли нет. Пошли отсюда. У нас есть немного вот времени, пока мордовороты не очухались в шестом секторе. Ох, нифига ты их как отколбасила. Внучка, давай погуляем, а? Ах, ладно. Меня зовут Алиса Членс. Я до сегодняшнего дня работала в бобруйском борде, в смысле, в буфете. Куда это ты смотришь? Да никуда. Как там? Ну, чё? Узнаёшь его? Это Фёдор Брунько. Это чмо? Мой батя его просто ненавидит. Вот они его назвали чмо. Без этого его он ненавидит. Ох, лететь. Я многое о тебе слышала. Да ладно. Вконтакте? Да. Пока тебя не было, здесь мало что изменилось. Мы по-прежнему продаем пиво и ганджубат. А Изи Ламер как был пидорасом, так и остался. Хочешь пиво? Это кола. Да, кстати. У тебя зрачки расширены. Ну ладно. Идёшь? Милый, ты там? Не. Ну где ж ты, мать твою? Я сзади, сейчас пну. Здравствуйте, Изя. Доброе утро, Алиса. Я опять ищу Шарика. Он снова сбежал и спрятался от меня. Даже не знаю, в чем дело. Я ведь всегда такой ласковый с ним. Особенно, да что ты меня? Жора Фридман. А? Хуй тебе в ухо, это ж ты. Иди ты нафиг. Его отпиздили мордовороты Брунькова. Я его еле спасла. Ничего, ему не привыкать. В крайнем случае, одна затяжка и будет как новенький. Сегодня по интернету ко мне пришел заказ на крупную партию пива. За эти две цистерны, которые сзади, я получу не меньше 2 кусков. Да уж, так и выгодно. Вот только не надо подкалывать старого еврея. Да ладно, не обижайся, я же любя. Ну что, Жора тут? Зашибись. Жора, похоже, ты разозлил мордоворотов. А если нас тут застукают, то бизнесу придет пиздец. А ведь он кап, это опасно. Не ссы, Боря. У меня появилась хорошая идея. Помнишь мое старое изобретение? Цереблу. Он же барахлит. Пьяного мордоворота в тот раз разорвало на куски по всей комнате. Не боись, я установил новые драйвера, и теперь все работает как и должно. Надеюсь.
Блин, какое зрелище пропустило. А заодно можно испытать и второе твое изобретение. Это ты про что? Ах да, вспомнил. Хорошая идея. Боря, давай. Жора, ты сейчас охуеешь. Смотри. Окей. Так, так. Разбудили! Ёб, долбанный мутазоид! Шарик, вот ты где. Он чуть не сделал из меня гидроцефала. А в следующий раз будь осторожнее, если не хочешь поменять ориентацию. Да, конечно, я слышал, что они превращают людей в гидроцефалов, но на меня-то он не действует. То, что ты есть гидроцефал. Сам посмотри. Шарик. Блять, ну куда ж ты? Нет. Нет, Шарик, нельзя туда, это мой новый монитор. Черт, ну что ж теперь я буду делать, да? Мне будет скучно одному. Наверное, ему не нравится брать в рот. Боря, а тебе самому нравится? Очень смешно. Ну, Жора, давай, попробуй одеть это. Давай. Изобрел этот командор, я пойду с мордоворотами Бронькова. Соответственно, что он будет таким обтягивающим. Основой для него послужил старый водолазный костюм. А вот и инструкция. Итак, тут есть забагало. Чугунная броня, MP3 плеер, система колонии анаболиков и трехдневный запас пива. Все, okay. А про пиво я и не слышал. Ты его усовершенствовал? Ага, делать-то было нечего. Мега-курс на стенке висит для Жоры. Ворота Брынкова. Твой костюм способен взламывать и заправляться. Жор, ну не тупи, а. Не, у вас кто-то запасался. Жора, подожди немного, мне нужно несколько минут, чтобы запустить цереблу. Изя, это ты? Да-да, Будулай, это я. Привет, Будулай. Сегодня я хочу проверить, как работает моя церебла. Конечно, дорогой, давай запускай, я готов. Сначала давай испытаем ее на твоей дочке. У нее как раз сегодня работы нет. Привет, батя. Ты почему не на работе? У нас буфет закрыли. Итак, что тут у нас? Новый драйвер установлен, одна уже новая. Я хочу к тебе! Стой! Установка завершена, требуется. Не, подожди! Черт, я с тобой, стой! Будет безопасный режим. У вас там все в порядке? Получилось. Новое устройство установлено и готово к работе. Ебаный Билли Гейтс, что такое? Изя, USB вылетел. А, да, ты права. Жора, ставь этот USB-шник на место. Нам бы такие USB. Отлично. Жора, переключи рычаг. Жора, дерни рычаг. Хорошо. Надеюсь, блок питания выдержит. Запускаю. Если он не изменит ума четвёртого. Странно ты как, а? Щекотно, а? Ну что, Алиса еще жива? Сам посмотри. Класс. Ну прям как гора с плеч. Слава богу, получилось. Молодец, Изя. Будулай, нам бы еще спрятать одного человека у тебя. Ты как, не против? Говно вопрос, дружище, давай. Погоди, мне нужно пару минут, чтобы перенастроить. Жора, я в шоке. Ты все сделал правильно. Я смотрю, твой интеллект сильно прогрессировал. Чё, Боря, ты меня считаешь тупым, с кем рожей делаешь, а? Ага. Жора, как только ты войдешь в Серёгу, мы тебя отправим к Будулаю. Заходи, оп. Жора. Заходи. Отлично. Запускаю. 3, 2, 1. Вы же не враги, ты зачем стоять? Удачи. Ну
Ну что, Жорик? Себя пиво! Готовы переправить тебя. Жора, был рад с тобой увидеться. Всего тебе хорошего. Поехали. Что за... Что за нахуй? Это что, ебучий хуесос? Шарик, нельзя. Он нет. Хочет... Нет! Он появился. А Шарик с ним? Да хуй с ним, с Шариком. Он не проходит. В чем дело? Я иду к вам. Тебе есть капут. Дорогой, держись, сейчас мы тебя вытащим. Его сюда, затягивать. Это что за хуйня? Нечистая! Сгинь отсюда! Нет. Эй, вот он. Я его вытащу. Нет, тебя разорвет, как того мордоворота. Мы проебали, Жора. Что за чертовщина? Твою мать. У меня комп глючит. Началась нетропентация диска. Жора, не бздо. Вот он. И тебе есть его терять. Я говорю, не было раньше никогда галлюцинации у меня. Ну вот, снова. Да, снова. Ой, блин, куда я попал? Нихуя не получилось! А где же он тогда, а? Обернись! Блять! Изя, вырубай серёблу нахуй! Быстро шли под съёбом! Убегай! Жора, прячься! Сейчас! Супер-пупер ускорение! Эй, Жора! О? Похоже, Бруньков объявил боевую тревогу. Жора, тебе лучше уносить свою задницу отсюда. Ты еще можешь съебаться через канализацию. Там опасно и сильно воняет. Но там живет много бомжей, которые могут тебе помочь. А? Я б тебя проводил, но не могу бросить работу. Я долго выбирал для тебя оружие. Но вспомнил, что лучше всего ты управляешься с этим. Ну давай, мужик. Ты справишься. У нас одни газы. Мы не справимся. Знаете, что я вам скажу? Давайте пока на этом остановимся, и потом продолжим путешествие Жора Фридмана, а? Пока подписывайтесь на мой каналчик, если вам понравилось, и не забудьте поставить лайк. Всем пока. Ну, я бы другой с удовольствием снял, но не знаю именно что. Вот я решил поиспытать, то есть опробовать пройти ту игру, которая могут дать ощущение наркоты. Ну что ж, начнем. Кайф лайф. Такого наркомана, как ты, чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Лучше... Один хмырь в Бобруйске сильно мешает моему наркобизнесу. Я хочу, чтобы ты сгонял туда и разобрался. Наконец-то я дома. Ну что, нарколыга, проснулся? Смотри, не наблюй на меня. Охай. Держись от меня подальше. Эй, всем привет, с вами Dark Cell. Сегодня будем играть очень, ну, не очень старую, но почти старую игрушку. Вы же играли Half-Life 2, да? Это то же самое, но теперь Half-Life. Наркоманская игрушка для тех, кто любит курить травку. Ну что ж, да, согласен с вами, что Dark Cell, чё, ты, блин, играешь какую-то фуфло старую, но что-нибудь другое. Иди ты, гопник, чёрным. Я не люблю, честно, спортивки носить в реальной жизни. Ну все, приперлись. А? Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Да Бобруйск-17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония,
созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко исполняются от своих трудов в нашей колонии. А вот психически, меня зовут, да, я не знаю. Доктор Бруньков. Я здесь самый главный. А чё у тебя глаза разные? Хочу сразу вас предупредить, что в нашей... Ну что, Жора, добегался? Да, передозировка — это плохо. Согласен. По себе знаю. Барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дерябнуть иногда. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то, капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Вообще, я давно искал...